Всем привет! Вы на канале Оля Рейнбоу, с вами Ольга. Сегодня мы научимся делать мега популярную вертушку под названием спиннер. Хочешь быть в тренде? Сделай себе точно такую же. Ну а мы поехали! Итак, ребята, давайте же поближе рассмотрим, какие материалы нам понадобятся для создания вот такого вот спиннера. Это копеечки, наклеечки в виде звездочек, крышечка от кока-колы, зубочистка, маникюрные ножнички, карандаш. Также понадобятся 3 вот таких вот бусины от термомозаики. Если у вас нет этих бусинок, вы можете просто банально отрезать стержень от любой пасты. И основной материал, при помощи которого мы будем делать наш спиннер, это вот такой вот пенопластовый поддончик, который вы найдете в любом супермаркете. Итак, беру крышечку от кока-колы, располагаю по центру, обвожу карандашом. Есть. И затем в центре этого круга мы должны нарисовать равносторонний треугольничек. И в точке пересечения треугольничка с окружностью мы прорисовываем снова вот такие вот круги. Есть. И теперь немножечко сгладим соединение. Плавный переход рисуем. Есть. И аккуратненько нам надо будет это все вырезать при помощи маникюрных ножниц. Есть. Вот такая вот деталька получилась. Затем я прокалывая по центру ножничками, проделал небольшое отверстие. Беру одну из бусинок термомозаики, вставляю ее в центре. Есть. И затем нам надо окрасить наш спиннер. Я буду приклеивать блесточки, поэтому возьму чистый лист бумаги. Промажу эту заготовочку клеем ПВА. Затем посыпаю блесточки. Жду, пока клей подсохнет. Итак, пока спиннер просыхает, беру зубочистку. Отрезаю краешек. Так. Затем наношу немножечко горячего клея и приклеиваю одну из бусинок. Так. Затем беру спиннер, продеваю вот по центру в это отверстие. Затем отрезаю снова-таки краешек, наношу на зубочистку с другой стороны горячий клей и приклеиваю еще одну бусину, зафиксировав с двух сторон нашу ось, вокруг которой будет вращаться спиннер. Так, затем нам надо будет проклеить вот эти вот монетки, то есть снова беру клей горячий и приклеиваю монетки. И для красоты на эти же монетки я приклею горячим клеем звездочки. И спиннер наш готов. Итак, давайте посмотрим, какой же он в действии. Посмотрите, как он вращается. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал. А я вас жду в следующих своих мастер-классах. До новых встреч. Пока-пока.